Нам они снова не выпали. Но почему? Почему, блядь, многим выпадают перчатки, а нам нет? Давай, давай еще 30 попробуем. Карл, послушай меня, Карл. Я первый раз открыл 40. 40 кейсов, Карл. Первый раз открыл, блядь. И не выпали нихуя перчатки. Карл, я не знаю, что уже делать, Карл. Я не знаю, Карл. Мы откроем еще 30. Блядь, я не знаю, Гейб. Гейб, где мои перчатки, Гейб? И снова всем привет, уважаемые друзья, я с вами Арнурка! И Шимурка! А почему ты с друзьями только здороваешься, а с подружками? А, в смысле? Ну, друзья и подружки, или друзья, или друзихи. А, и всем привет, уважаемые друзья и друзихи, сыры и сырихи. И мы сегодня находимся на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, дорогие друзья. И сегодня у нас 30, блядь, кейсов. 30 кейсов, Карл, 30. Хочу перчатки, жена. Хочу, дай перчатки мне, блин, выбивай мне перчатки. Сколько можно уже? Уже третий раз открываем перчаток? Нет, черт подери. Ладно, шучу, на самом деле у Габена такая тенденция, то что он нихуя не выдает практически, поэтому... А нет, мы скинчики выбиваем, конечно, с вами, но это не перчатки, а нужны перчатки, Габен! Как ты чувствуешь, сегодня выпадет? Вообще не понимаю, но ребята, я знаю, поддерживают меня и очень хотят, чтобы оно было. Мне кажется, шанс есть. Шанс есть, поэтому давай начинаем. Выбирай кейс и коробку. Давай, 10-7. 10? 7? Да. 10. Давай не такие длинные комбинации, угу. Потому что это тогда затянется. У хорошо, нас анонимическое... но это вот я решила так начать. Хорошо, давай. На очень долго, скажем так, ребята. 10-7. Отличное начало. Отличное вот начало делает Арнорка. Значит, Арнорка зарывается глубоко в норку Counter-Strike Global Offensive и высовывает оттуда фиолку, дорогие друзья. Невероятно похлопаем. Чего ты себе-то хлопаешь? Я тебе вообще-то. 5-3. Давай, теперь ты. 5-3. 5-3. Выполни наши мечты. Гейб. 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 Дай перчатки нам уже скорей. Уже падает синечка. Обрати внимание, падает синечка. Потому что ты мне не даешь открывать то, что я хочу. Блять, я всегда тебе даю открывать то, что ты хочешь. Ты всегда можешь потрогать то, что тебе нравится. Я сейчас не об этом. В смысле, ты сама выбираешь ключики. Фиолка еще одна, 6-2. 6-2. Нормально ты идешь. Ты мне говоришь, далеко не лезь. А, ну ты начинаешь такие цифры. Сама отчитывай, блин. Догадавай. 6-2, значит, Cyrus. Цирус, как хотите называть, но это не Сайрекс. Многие ребята, когда увидели, говорят, это Сайрекс, что ты говоришь, это не Сайрекс. Идем дальше. Значит, теперь я пиндюрю. Сам-то лезет глубоко. Сам-то лезет глубоко, да, потому что ты не лезешь глубоко, поэтому я лезу поглубже. Ну, я знаю, что ты хочешь поглубже. А, фу, блядь. Вот 12-3. 12-3. 12. Она не поняла. 12-3. Не поняла. Я поняла. Нет, ты бы сразу засмеялась, нет. Просто твои тупые пошлые шутки уже надоели. Что, блядь? Ребят, скажите ей. Нормальные шутки, что пошлые? Это естественно, что не естественно, то не безобразно. Они не смешные, они плоские. Тихо, блядь. Такие плоские. Тихо! Открывай кейсы. Как чья-то задница. Открывай. Что, блядь? Так нахуй. Подожди. Я сейчас открываю. Открывай. Так, нахуй. Так, ждем перчатки, дорогие друзья. Ждем перчатки. Ждем перчатки. Вторая фиолочка, третья фиолочка. Стингер у нас выпадает. Идем дальше. Давай, 8-2. 8-2, чтобы не болела голова. 8-2, чтобы было все заебись. В рифму. Да, вообще в рифму. 8-2, ребята, где перчатки? Ну, блин, ну чуть-чуть как совсем. Было близко. Wasteland Princess, очень красивый дробовик, который мы еще не выбивали. А, значит, Арнорке не везет сегодня. Ну, я одну фиолочку выбила. Она одну фиолочку выбила, а нам нужны красные, большие, прекрасные перчатки, родная. Саттрек Максим Сонар. А, снова 8-2. Ну, давай попробуем по этой тактике. Да что не ты знаю, делаешь? Что из этого ты получится. Чё? Так, 8-2. Ребята, 30 кейсов дорогих. 250 рублей обошелся мне кейс. Они и, соответственно, плюс ключ. Они дешевеют, конечно же. Их в очень большом количестве Естественно, открывают. И пушки дешевеют. Так, давай. Ты открываешь. Я открываю, окей. Я очень сильно
хочу эти сраные вонючие перчатки. Но не знаю, что будет из этого дальше. Я думаю, Габин еще долго их не будет давать, потому что он вонючка. Ну да. Ну, то есть вонючка он такой. Ну вот он бы, вот хотя бы нам бы дал. Да, просто. Да, да. Один-один. Один-один. Подержать дал бы. Да. Габин, да. Дай подержать. Хотя дай бы подержать, да, перчатки. Хотя мы даже надевать не будем. Мы даже не будем в них целом. Дай, мы... дай хотя бы один пальчик туда засунем. Один пальчик засунем, пожалуйста, Габин. Засунем и сразу высунем. Да. Еще что, раз что засунем, несешь? Еще раз высунем. Что, все, успокойся, давай дальше. Ты открываешь. Идем дальше, друзья. Почему пока... тебе не нравится разговор про перчатки? Не пока понимаю, все ты... тихо и спокойно. Как говорится, дорогие друзья, полимер может нам быть, выпадает. Это затишье перед бурей? Может быть, давай. 5-3. 5-3. На меня не гони. Тун, на меня тун, не ори. Тун, на меня не ори. Это 5-3, на меня не ори. Никогда не гони, перчатки подгони. Да перчатки что такое? Подгони. Ну вот я прям чувствую, подгони, что она должно подгони, быть. Вот о, прям, вот, вот о, прям, о, вот уже вот где-то на кончиках пальцев. Давай, открывай. А, я сейчас, да? Да. Ну вот ну, перчаточки ладно. Уже, вот они вот прям, вот я их практически чувствую. Ты на твоих практически, руках. Ты чувствуешь, да. Дел, смотри, очень смотри, часто очень кто-то назвал этим, да, мне очень много, и очень кто-то назвал в комментариях эти пистолеты цыганские. Да-да-да, я тоже видела. Да, реально такие прям бодрые ребята. Очень круто выглядят. Давай. Давай, 10-3. Ребята, кейсы кончаются. Выпадает пока одна фиолочка, к сожалению. К сожалению. Блин, статрек фиолка там пролетела. Поэтому ждем, что будет дальше. Ты. Ты. Ладно, я, хорошо. Ждем, что будет дальше, друзья. Пока ну, кейсов давай. Все меньше ну, и меньше, кейсы все Гейб, уменьшаются. Ты нас разотеду, что да, ж такое ты посмотри это? На это говно. Контракты? А? Ты посмотри на это грязное, на эту грязную поебень, что творит Габен, дорогие друзья. Габен. Нет, на самом деле, я недовольна Габеном. Я вообще очень недоволен. 30, блядь, новых кейсов тебе открывают, Габен. Ну ты чё, блядь? Габен, ну ты ну, за будь опт нормальным, хотя бы мог да, бы. За опт, вот именно. Хотя бы одну пару перчаток. Вот именно, разочек просто вот так вот, вот взять. Или вот там, вообще. Я не знаю, там баскил какой-нибудь выдать там. Или там дробовичок какой-нибудь просто подогнать. Ну, блядь, ну это просто... Ну, вообще, я не в шоке, понимаю. Последнее. Некультурно. Некультурно вообще, дорогие друзья, получается, от Габена сегодня дроп идет очень некультурно. То есть к нему пришли, значит, столько кейсов закупили, блядь, чтобы было все красиво, чтобы все было приятно. А он такой говно, блядь, делает. Первый, нахуй. Первый. Вот это он дает, ребята. Вот это он могет. Вот это Габен. Ничего ладно. Он не могет. Ничего он не могет, да, ребята. Не дает. Постоянно дюал бареты пытаются докатиться. Да. Ты посмотри. Давай дальше. Ты открывай. Я? Да. Хорошо, блядь. Снова 1-1. Да, пора. Пора использовать секретную тактику открывальчика. Открывальчика кейсов. Давай вот попробуем наше избитое 2-2. Давай, давай попробуем избитое 2-2. Посмотрим, может быть, реально из этого пойдет кейсы. Все уменьшаются, ребята. 30 штук новых кейсов. И все меньше и меньше. 30 штук. Карл, 30, блядь. А, и смотри. Еще ты посмотри. Ты посмотри. Ребята, вы видите это? Это что такое? Давай дальше. Давай снова 2-2. Пистолетная какая-то, блин. Давай прям выжмем это 2-2. Давай, выжмем. Ты хочешь выжить это 2-2? Да. Реально, что ли? Опа! Очень красивый скин, которого у нас не было. Это USPS Cyrex, и он, видимо, в охерительном качестве. Он поношенный. Но, ребята, это вот этот нам не выпадал. И, видимо, он на самом деле ценится на торговой площадке, скорее всего, как бы. А, да, 1000 рублей. Видите, даже поношенного качества. Прямо с завода! Прямо с завода Cyrex, Карл! Отлично, 2-2 снова. Жмем дальше. Жмем дальше, ребята, выжимаем. Это смотрим, говно. Смотрим, что из него еще да, можно вытащить. Мы должны уметь, мы должны. Ты видела, нет. Близко была да. Dragonfire, но нет, ребята. Близко была теперь моя ты. Киска. Тан-таратан. Ее я тискал. Близко был. Да давай уже. Кого ты там тискал? Мою киску я тискал. Близко. Снова 2-2. Верьте это киски у батьки в миске. У батьки в миске. Давай, чё? Снова 2-2. 2-2? Да. Хорошо. Хорошо, ребят, давайте успокоимся. Я просто нервничаю. Я, ебать, опять денег хуярил сюда. Он, блядь, да, нахуй. У нас осталось 2 шанса. 2 попытки. Это просто пиздец какой-то, ребята. Нет, ну мы их выбьем, я обещаю вам, друзья, я обещаю. Вы меня поддерживаете, я обещаю. Чего бы нам это не стоило. Чего бы нам это не стоило. Давай. Давай. Я даю, да? Повторюшка. 1-2 будет, повторюшка. 1-2 будет, 1-2, 1-2, но...
если не прет, то не прет на самом деле. Еще раз. Last chance to do this. Давай, ну пожалуйста. To do this shit Габенчега. Все, Габенчега. Ты. Ты. Гадзёл. Гадзёл ты, Габенчик. Так, ладно. Давайте избавляться от этого говна срочно и бесповоротно просто. Это же просто дичь грязная, ребята. Это же просто дичь грязная. Но зато это новые куча контрактов, ребята. Дё... Вы чего, блядь? Это что, шутки такие со мной? Сколько тебе надо еще фиолок, чтобы потом на розовое собрать? Сколько мне надо, блядь, выбить этого говна, чтобы оно больше никогда у меня не появлялось? Вот, не знаю, там, походу, дикий просто шанс стоит на эту фиолку. Что, блядь? Просто ты чё, блядь? Контракт из одних этих пушек просто. Я не верю в это. Я не верю в это. Я не верю Давайте в это. Давайте посмотрим, третий раз. Я в это не верю, ты понимаешь? Я в это не, я не могу в это поверить. Я не могу в это поверить. Флэшбэк, ребята. Сколько сейчас флэшбэк после полевых стоит? Слава богу, что выпало хоть что-то. Хоть что-то Габенчик дает. 515 рублей. Говно, ребята, говно. Ладно, у нас есть еще, как говорится. Мы еще пацаны, которые могут. И, соответственно, у нас еще будет фиолочка. И нам выпадает, дорогие друзья, Ты что, блядь, смешно? Это очень смешно. Это полный пиздец. Это не смешно, это полный пиздец. Так выглядит проклятие Габена. Реально, какое-то говно, ребята. Это что такое вообще, блин? Это как понять вообще, блин? Это как вообще нам понять, ребята? Итак, эпичный крафт на розовую пиндюльку. А что там есть, блин? Я аж забыл уже. Ну вот, а там две какие? А, там P90, и там, ребята, у нас... Вот, принцессу хочу. Принцессу. Мы хотели ее выбить, но так и не выбили. Давай. Принцесс, please. Габен. Габен, please. Хотя бы в этом. Хотя бы в этом. Yeah, принцесс. От принцессы Шиморка. Wasteland princess. Ты что, ты сейчас мне интересно представляешь порно какое-то с принцессой? Да! Она самая! Молодец, Габин! Не смотри на меня так, блядь. Да я уже не смотрю, мне уже пофигу, ты тут чуть ли не сидишь уже не... Промолчу. 366 рублей, пиздец вообще. Так старался. И черт подери. Ну, неважно. Как-то неважно. Так-то неважно. Как-то неважно-то, блин. Принцессу мы получили, блядь, вместо перчаток новых Габен. Фу, блядь. Идем на сайт, поехали. Поехали. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на elitecase.net. Блин, я вообще, блядь, недоволен. Я вот, честно, вот я не знаю тебе, как описать это чувство, но... за сколько у нас получается? 70 кейсов было открыто за 3 дня, дорогие друзья. За 3 дня. Да, был хороший дроп, мы сделали хороший контракт. Все было великолепно, но где мои перчатки, Карл? А, Карл? Я не Карл. Почему? А, да, ты не Карл, ты же... Ладно. Так. Как там тебе... Так, друзья, мы попадаем на elitecase.net. Я, как всегда, выбил промокадетский. Соответственно, промокадетский довольно простой. Это 10% скидка на 2 кейса вроде бы, на 2 кейса. И, соответственно, можно успешно пиндюрить. У нас есть скидочка. Берем, ребята, ежедневный бонусецкий на балансик бонусецкий. И открываем ежедневный кейсецкий. Ты должен скрыться. Давай. А что есть? А, минимум 3 кейса нужно открыть для его открытия. По-моему, мы открывали уже минимум 3 кейса. У меня постоянно глюк с ним. Опа, там кому-то USPS. Ну что, давай, ребята, засекреченки. Давай засекреченку покрутим. Подождем твою маму. Подождем твою мать. А что к чему я это сказал? Моя мама варит кофе. Может быть, подождем мою маму? Подождем твою мать. Да, и чё к чему мы вообще не об знаю, этом? Я про не это знаю, вспомнил. Что-то в голове въебенилось, дорогие друзья, и непонятно. Давай авапку.
А в апку, так надо скидку реализовывать. А, кейса. Да, давай, давай, давай. У нас скидка вообще-то есть, нужно ее реализовать на самом дорогом чем-то. Пока, ребята, говнецо не прет, как говорится, не прет абсолютно говнецо, дух воды. Я очень жду, огня. Когда, наконец, дух огня. Когда, наконец, добавят на сайты перчатки. 400. Когда можно будет найти, подозбрать момент, когда на ботах они будут лежать и пытаться их дергать, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, как я жду. А в апку-то хотела? Да. Давай. Давай, моя АВПшница-снайперша. Моя... как бы тебя еще обозвать? Великолепная снайперша, которая дает хедшоты. Электрический улей. Электрический улей. Это в плюс. Это хорошо. Это хорошо, что... Так, это мы оставим. Пускай будет у нас электрический улей. Так ты открыл вот этот, да? Вот теперь мы его открываем, да. На халяву, халявный кейс. На халявим, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что в нем. Опа, кому-то нож падает. Нож из кейса с ножом, а нам падает... Африканская щепка, вонючая детка. Следующий был нож, да. Следующий лежал, так валялся. Давай просто. Открой. Давай, может быть, что-то из-за вот этих вот. Давай бриллиантики, алмазики. Давай, а раньше ты золотые открывала, теперь бриллианты подавай. Вот видите, да, ребята? Вот сначала нравилось просто золото. А потом... Когда мне нравилось просто золото, во-первых. А теперь тебе нравятся только бриллианты. Вот оно, что, блядь. За... Синий кварц. Там был синий рядом кварц. Нож. Там был рядом нож, но это не рядом. Там был, ты сейчас сказала, как, блядь, этот... Там был рядом моя прелесть. А, как ты этот... из «Властелина колец», пиздюк. Ну, ты поняла, как его звали? Блядь, вылетело из головы, ребята. Ребята, скажите, как его звали? Как Горлум, бля, во. Горлум. Горлум. Хозяин, да-да-да. Хозяин, моя прелесть. Как его звали? Ты все бесплатно хочешь еще? Дайте мне еще бесплатного. Дайте мне еще бесплатного. А что, когда видит человек бесплатное слово, он туда тянет руку автоматически. Если он не тянет ее физически, то он, значит, чистая мысли, вода. Да. Ой, оставим. Чистая вода — это не ерунда. Из Давай нее я можно теперь сделать... открою дроб. АК. Да. Акулька. Акулька. Маленькая я, пиндюрка. Какулька. Какулька, да, ребята, блин, что надо. Предлагайте количество кейсов, ребята, на следующий выпуск. Конечно, можно написать там 100 кейсов, но нет, столько мы не откроем. Может быть, какое-то нечетное число, либо четное число, ребята, как вы считаете? Надо проверить, ребята, как вы это думаете? Сколько нам нужно глов кейсов открыть еще, чтобы выпали перчатки, ребята? Ваше мнение 155. Очень, очень важно для вас. Давай коллекшена? Да, давай. Я тоже хотела, кстати. Коллекции хочешь, да, полюбить? А вы по медузу хочешь забрать? Я хочу другое забрать. А вы по медузу маленькую? Я хочу. А вы по драгонлор? Драгонлор я хочу. О, там следующая медуза была, прикинь. Ну, следующая это не следующая, как бы это фишка Габена. Давай Каблстоун. Давай Каблстоун, крутанем. Каблстоун крутанем, ночью днем. У нас вообще в минус, ребята, идет сейчас. В смысле? Мы же там что-то выбивали. Ну, пара плюсов, как бы, но в основном-то мы идем вообще в дичайший минус. Каблстоун, что ты творишь? Мы идем в дичайший минус. Меня вот, знаешь, эта, блин, коллекция все разочаровывает и разочаровывает. Все больше и больше. Меня тоже, как бы, в ней ни хера абсолютно не падает. Кольчушка, хирюшка, темный лес, терн, говно, блин. Хотя пойдем... бы чашу какую-нибудь там, пойдем я еще не знаю. Откроем чоп-шоп. Пойдем еще откроем чоп-шоп. Давай вскроем, попробуем чоп-шоп вскрыть. Дриндарин, здесь может быть Хот-Рот, здесь может быть Сумеречная Галактика, здесь может быть Дуэлист, Бульдозер и прочее говнецо. А выпадает тебе? Армейский блеск. До галактики чуть-чуть не докатилась. Так, еще раз пройдемся, давайте. Давай медузку снова. Да, я не понимаю просто. Коллекции, да, здесь падали мне и пищали, и прочее. Да даже что-нибудь на крафт, понимаешь, чтобы выпало. Было бы интересно. Что-нибудь интересное на крафт, вот типа Хроноса. Ну нет. Ну давай. Давай Каблстоун. Давай, да. Давай еще раз Каблстоун пройдемся. Не, ну потому что, ну по идее, есть три коллекции топовых, да. Например, Каблстоун интересно открывать, потому что здесь там десерт игл пищали, здесь есть чаша, которую можно скрафтить, крафт, например, да, из которой можно, ну, скрафтить рыцарь. Ну и тут, извините, драгонлор, да, есть. То есть, блядь, была рядом. Я думала, сейчас выпадет что-нибудь. Да, конечно, губу свою закатай. Ну, то есть, Каблстоун и Чоп-Шоп можно открывать. Там Хот-Роды еще вылетают, там еще прочее. Хот-Род, кстати, интересно. Чоп-Шоп? Да, Чоп-Шоп. Ну, либо можно скрафтить Хот-Род из Чоп-Шопа. Стой, блядь, новый крафт Драгонлора. Вот это да, блядь, вот это я не зря натыкал говна, дорогие Все, друзья. Все, Каблстоун, я снова тебя люблю. Каблстоун, прости нас. Мы были неправы. За речь дерзкий в твою сторону. Ты отличная коллекция. Каблстоун, ты отличная коллекция. Ты лучшая коллекция. Крафт Драгонлора. Дай пятюню-то. Так вот, дай пятюню, братюня.
Если что, ух ты, еще и вулкан сверху накидаем, ребята. И давай, последний кейс. Повезет, значит, повезет. И давай, М4А1С. Я все, я доволен. Я доволен, бля. Я очень доволен. У нас с тобой минусовое открытие. В прошлый раз говно было. Сегодня мы хоть что-то, ребята, с вами поимели. Мы, как говорится, дорогие друзья, отымели, как говорится, соответственно, то, что можно отыметь, дорогие друзья. Итак, что мы будем забирать? Ну, вот это вот я оставлю на следующий. Сколько? 207 рублей. Че? 16 тысяч, да, родная! 16 700, это тоже на следующий. Мне вот это говно не нужно. А вот это мне нужно, вот это вот мы и заберем, соответственно. Нифига, ты хочешь за 16 косарей на контракт спустить пушку? А сколько я, по-твоему, потратил на прошлый стрим, где мы крафтили 2 драгонлора? 30 с чем-то тысяч. Ну, рыцарь же не всегда плюс, так стоит дорого. Плюс кейсы, понимаешь? Так, это я дрочил на перчатки, не обращайте внимания. Вместо порнушки иногда открывают. Да. Дрочил, в смысле, это значит получал удовольствие, да, ну, от осмотрения, конечно, этого, да, скина. Да. То есть дрочил, это не значит, что я достал свой член и начал его, соответственно, ласкать. Так, все, блядь! Короче. Что? Что я несу? Я просто хочу принять вещь, понимаешь? Я ничего не несу, у меня ничего с собой нет, как бы. Все, что можно, я... В руках ничего нет. В руках ничего нет, только мышка, да. Мышка и F5 на клавиатуре, чтобы обновить, чтобы мне, наконец, прислали мой охуительный приз, пожалуйста. Присылайте приз, пожалуйста. Приз. Не, ну на самом деле перчаток, вот если брать вот по перчаткам, да, вот давайте рассмотрим. Их выпало огромное количество. У меня есть любимые здесь перчатки уже, которые мне очень нравятся. Есть вообще абсолютное говно, которое мне абсолютно вот не нравится. Вот полюбас, когда тебе выпадет перчатки, мне вот эти перчатки тебе выпадет говно. Мне вот эти перчатки нравятся. О, да, нравятся. Такие кровавые. Они кровавые, да, как будто как пропитанные. Как будто ты там как из кровью, кого-то фарш, знаешь, да, делал. Кровью, да, кровью врага твоего, и они относительно дешевые. Вот эти вот мне нравятся. А вот остальное так, ну, поебень какая-то. Тут, там много спортивных, гоночных, которые вообще не в тему в Counter-Strike. Да, да, попсовых с надписями. То есть, ну, мне не нравится. Есть еще с черепом интересная перчатка. Но тоже, как бы, в зависимости от расцветки, понимаешь, зависит. Так, что-то мы принять, ну, не можем, друзья. В любом, друзья, случае, ты будешь рад. Ладно, короче, ждем, пока раздуплится у нас Steam. Видимо, там большие сверхоперации какие-то идет. Принимаем и осматриваем это все в кейсике, ребята. Что-то у нас подвесон со Steam. Такое часто случается. Это прям раздражительный фактор у габенчика, к сожалению. Ладно, ждем, ребята. Ну что ж, друзья, а вот и хабарчик в CSGO. Да? Что-то мне казалось, что мы больше выбили. Я ж продал. Ух, нихера себе, здесь на улье, на улье металлическая наклейка. Хурях. Ёпта, бля, ребята, посмотрите, какая. Ну, что-то как-то я вот не люблю, когда много наклейки. JFK Experience, motherfuckers. DL, good luck, 50 shades of blue, 50 оттенков голубого, дорогие друзья. Чисто абсолютно пидорастическая М4А1С и М4А1С рыцарь, которая будет уничтожена при крафте. Блин, вот если честно, его даже жалко. Их всегда, блин, жалко, 16 тысяч, блядь. Ну, конечно, жалко. Я их всех люблю, я их как отрываю просто, понимаешь, вот когда в крафт кладу. Все ради драгонлора. Но ребятам все нравится, ребята ставят лайки, ребятам это интересно, поэтому, друзья, приходится. Ну что ж, с вами была Арнорка, любимая Норка, и опять... О, господи. Пизданул, да, что-то, ну ладно. С вами была Арнорка. И Шиморка. И всем пока, друзья, до новых встреч. Пока-пока.